Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Доброї раніці. Перший електроцягнік відправився напередодні з чигуничного вокзалу Гомеля у Жлобин. На гэтым участку цягнік на електроцязі цалкам замяніў дызель. Три рази на день он будет доставлять пассажиров у райцентр. Жлобин от Гомеля знаходится на отлеглости у 100 км, и гэты накірунак достаткова запатрабаваны. Асабліва, что тычыцца теплого периоду года, дачники активно карыстаюцца чыгуначным транспартам. Тым больш, што з пачатку мая і да канца верасня пенсіянеры ўвогуле маюць права праезду за паўцаны. Што да ўвядзення ў эксплуатацыю швейцарскіх электрацягнікоў «Штадлер», якія будуць курсіраваць па маршруце Гомель-Мінск, то іх з'яўленне чакаецца ўлетку. У Беларусі пачалася рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэсціраванне. Яна працягнецца да 1 чэрвеня. Як і раней, абітурыенты маюць магчымасць зарэгістравацца ў адным горадзе, а праходзіць іспыты ў іншым. Пункты рэгістрацыі будуць працаваць кожны будні дзень з 9 до 19 гадзін, а таксама ў выхадныя дні – 14, 22 і 28 мая з 9 до 18 гадзін. Пры сабе неабходна мець пашпарт альбо іншы дакумент, які пацвярджае особу. Калі абітурыент па ўважлівай прычыне не мае магчымасці самастойна прыйсці ў пункт рэгістрацыі, за яго гэта могуць зрабіць родныя пры наяўнасці натарыяльна заверанай даверанасці і ксеракопіі пашпарту. Абітурыент можа абраць тры прадметы, па якіх будзе здаваць цэнтралізаванае тэсціраванне. Іспыты пройдуць з 13 па 27 чэрвеня, рэзервовы дзень 5 ліпеня. Дарэчы, усю падрабязную інфармацыю можна атрымаць на сайце Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Узнагароды ўсё яшчэ знаходзяць герояў. Больш як праз 70 гадоў пасля заканчэння Вялікай айчыннай удзельніку вайны Міхаілу Рычкову уручаны медаль за адвагу. Перед початком узнагароджання для молодых удельников церемонии невеликая экскурсия по областным музеям военной славы. Все лето означается 75-годие початку Великой Айчины, але и простаки час интерес до ее не зменьшается. Сегодня практически у каждой семьи заховываются речи, как напомин об родных, которые змагались на фронтах. В моей семье, включая мою жену, с войны не вернулась, просто вдуматься. Вот одна семья, 27 человек не вернулась. И сколько таких семей? У нас было. Міхаіл Рычкоў – чалавек на Гомельшчыне вядомы. Аб яго баявым шляху нагадваюць два ордэны «Чырвонай зоркі» – ордэн Вялікай Айчыннай і медалі. Але, як высветлілася, адну з заслужаных узнагарод ветэран у свой час не атрымаў. Міхаіл Рычкоў кажа, вельмі задаволены, што цяпер на яго кіцелі з'явіцца медаль «За адвагу», якім у 46-м яго узнагародзіў Прэзідыум Верховнага Савета СССР. Тым больш, што гэты факт яшчэ адно пацверджанне. Аб удзельніках вайны сучаснае пакаленне памятае. Для ветэранаў гэта вельмі важна. І мяне, как участника войны, всегда за сердце щемит, что мы, участники Великой Отечественной войны, сейчас находимся так же, как в бою. Уходят люди из жизни, и он уйдет, свидетель битвы Грозной, с букетом роз, фиалок полевых. Запоминайте их, пока не поздно, пока они живут среди живых. Напередодні Дня Перамоги орденскую книжку своего батьки отримал и сын Исая Новикова, который загинул у жнивні 41-го. У листопаде того же года загадом командующего Заходним фронтом и он был узнагороджены боевым орденом Червоного стяга. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Память про землякоў, удельников Великой Айчинной войны, заховывают у городским поселку Уваровичи Буда-Кошалевского района. Тут створили музей, экспонаты для якога собирали сами жыхары. Першими наведвальниками стали мясцовые школьники. Выхование патриотизму на прикладе старейшего поколения у материале Олега Сенцерова. С фронтов Великой Айчины в Уваровичи вернулись больше 250 человек. Зараз тут проживает всего один удельник войны. Тем больше важно заховать память об земляках, которые змагались за перемогу. Музей, а докладнее музейный покой в Уваровичах открыли у местной школы. Со свободными помешканиями, кажуть, у городском поселку есть проблемы, а у научальной установи все экспонаты еще и под надежной оховой. Тем больше, что тут собраны речи, которые заявляются семейными реликвиями. Когда в 2009 у першиню огучили идею створения музея на основе местовых материалов. Некоторые отнеслись до яе скептично, але потом погодились. Это корыстная справа. Многие с трудом отдавали, многие отдавали, зная, что здесь люди увидят это, не будет лежать оно где-то дома в шкафчике просто, а будут знать, что были такие-то участники войны.
Вот я своего отца тоже долго держала документы, а потом уже все-таки решилась. Для збору експонатів ініціативна група обійшла літерально кожен дом. Нехто пропонував для музею фотоздимки, нехто – особисті речі родних удільників Великої Чини. Одночасово займалися записом успомінів. Батько Валерія Іванчикова був воєнним льотчиком і особисто збив два ворожі самоліти. Після вертання додому війну узгадував нечасто, але некоторі звістки заховалися. І потім його збили. І коли збили, ще він ноги поламав, зв'язки порвав, в чому... Специализировали его. Он был уже потом инструктором. Вот ему дадут с училища летчиков-курсантов, и он их обучал летать. Уваход у музейный покой не заборонен ни для кого, але перш за все его мета – патриотичное выхование молоди. Навученцы, до речи, почали цікавиться экспозицией еще на початку ее створения. Теперь они, бодай, наибольш активные прихильники пополнения фондов, постоянно пропонуют нечто новое, звичайно, з ліку семейных реликвий. По великим рахунку, створенный у этом году музей уже стал местовой славутостью. Видеть своих где-то бабушек, дедушек, они вот рассматривают альбомы и видят, что это действительно... Война – это не что-то такое эфемерное, это вот было у нас, это было с нами, что это где-то момент грусти, а где-то, наоборот, момент радости и, как это сказать, величия страны в том числе. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Будакашальовский район. «Гомель-Аблаутотранс» проводить доброчинную акцию для ветеранов и удельников Великой Айчинной войны. 8-9 мая поездки по всех маршрутах руху транспорту для их будут бесплатными. Акция для предприемства является традиционной. Ее главная мета – оказание допомоги оборонцам Родимы. Ветераны и удельники Великой Айчинной войны смогут бесперешкодно наведать святочные мероприемства не только по месту жихарства, але и за межами своего населенного пункта. А самое важное – сустреться со своими сябрами и однополчанами. До того ж 9 мая у пассажирских автобусах, на автостанциях и вокзалах будут гучать песни военных годов, а на самых буйных из них можно будет попробовать солдатскую кашу. До інших тем. Як відомо, улітку у Білорусі буде проведена деномінація. З 1 липня і до кінця года старі і нові грошові знаки будуть знаходитися у паралельному звороті. Імі можна буде розплачуватися без обмежування у суадносинах 10 тисяч до 1. І вже зараз, за 2 місяці до початку деномінації, фіксуються випадки махлярства. Зловмисники представляються соціальними працівниками і пропонують пенсіонерам поміняти старі гроші на нові. Которые доверливые громадяне сгаджаются и позбавляются своих сбережений. Специалисты нагадывают, что гроши можно будет обменять только у банку и только с 1 липня. И, зрозумело, треба ведать, как самостоятельно отрознить подробки от соправдных купюр. Соправдные банкноты, вырабленные на специальные паперы с охонными волокнами. Неузброенным воком можно разглядеть червоные и синие. На просвет бачны водяный знак и охонная нить. На вобмацак можна зауважыць павялічаны рэльеф асноўнай выявы. Манеты ж у параўнанні з банкнотамі не маюць такіх прыкмет для аховы ад фальсіфікацыі. Сапраўдныя адрозніваюцца ад падробных якасцю матэрыяла і дакладнасцю выканання чаканкі. Акрамя таго, яны прыцягваюцца да магніта. Пік злачынства ў памеркаванні супрацоўнікаў праваахоўных органаў пачнецца пасля правядзення дэнамінацыі. К сожалению, органы внутренних дел приходится констатировать, что данная проблема назревает. С 1 июля злоумышленники могут активизироваться и приходить к нашим гражданам под видом как соцработников, так и просто работников иных служб, в том числе и банковских, с предложением обменять денежные единицы старого образца на денежные единицы нового образца. Вместе с тем, милиция области напоминает, что обмен денежных знаков будет производиться исключительно в банковских учреждениях. Никто из социальных работников не будет приходить ни переписывать купюры, которые находятся на сохранении у наших граждан, ни тем более предлагать их поменять. Коли ж до вас пришли подозренные люди, которые пропонуют обменять гроши, запоминайте их внешний выгляд и особливые прикметы и неоткладно телефонуйте у милицию по номеру 102. Инструментальная трио «Лирица» Гомельской областной филармонии стала переможцем международного фестивалю конкурсу оркестров и ансамблю народных инструментов «Жубановская весна». И он проходил у Казахстане и был протягом мероприемства, накированных на увековечение памяти засновальника казахской профессийной музыки композитора Ахмета Жубанова. Удел у фестиваля приняли 12 коллективов из 6 краин. Это Беларусь, Казахстан, Татарстан, Кыргызстан, Башкортостан,
Иран и Турция. Усяго выступила каля 400 профессийных артистов. По умовах конкурсу кожный коллектив повинен был обовязково иметь у программе твор Ахмета Жубанова. По выниках конкурсу диплом за лепшее выполнение казахской композиции был уручены инструментальному трио «Лирица» Гомельской областной филармонии. Дипломом лауреата отзначена так само солист и инструменталист коллектива Алена Сочнева. А кроме того, «Лирица» – уладальник диплома первой ступени за поспяховое выполнение конкурсной программы. Зараз музыканты рыхтуются до уделу у новых конкурсных проектах. В ближайшее время мы едем на фестиваль «Оптинская весна» представлять нашу страну. Осенью мы приглашены на большой конкурс в город Пермь. Ну, а еще идут у нас сейчас, значит, с нашим администратором, идет беседы с Францией. Вот мы готовим сейчас к поездке, но пока еще держим как бы в секрете, вот, но планируем выехать во Францию еще. Отборочный этап конкурсу «Юная телезорка» подходит до своего завершения. Черговый кастинг отбылся у центральном районе областного центра. Александр Гамоля сообщил за тем, как проходила борьба помеж удельниками за право стать переможцем и пройти в полуфинал конкурсу. Это людям напино. Кастинг у центральном районе Гомеля отрывался насыщенным, яскравым и видовищным представлением. Некольких один мероприемства пролетели непрекметно. Выступления детей были неповторными и интересными. Каждый сдолил продемонстрировать максимум своих творческих талантов. Кроме того, что удельники спевали, играли на музычных инструментах и танцевали, их промоўніцкія здольности были на высшейшем уровне. Именно по этим критериям в основном и оценивали конкурсанта у жюри. Ну, я бы хотела, чтобы создать такую передачу, чтобы дети дошкольного возраста пели, показывали свои таланты. Вот. Они такие маленькие и такие классные. Телеведущий должен хорошо подавать голосом то, что он говорит. Он должен смешно шутить. Вот, это очень нравится зрителям. Тот вид искусства, которым ты увлекаешься, как называется? Битбокс. Можешь прямо сейчас в этот микрофон? Да. 5 секунд. За полторы месяца кастинги отбылись во всех районах Гомельской области и у 4 районах областного центра. Каля 500 детей приняли у конкурсе удел. У центрах творчества детей и молоди до отборочных этапов рыхтовались особливо, бо подобных мероприемств ранее не было николи. Я очень давно мечтала стать звездой. Я с детства маме дурила голову, что я очень сильно хочу телевизор, туда хочу. Мама сказала, что пока еще нужно стать хорошим танцором для того, чтобы добиться чего-то. Скажи, самое главное качество ведущего, на твой взгляд? Умение хорошо говорить и не заикаться, то есть не запинаться. Я бы очень хотел рассказывать о знаменитостях и, так сказать, брать интервью у очень знаменитых видеоблогеров и у обычных людей, которые сделали что-то такое, что вдохновило бы меня на то, чтобы я взяла у них интервью. Чакать полуфинал кастингу состоится уже недолго. Пераможцы отборочного тура уже почали подрыхтовку. Задание не спросто. Их конкурсантам треба будет выходить на сцену группами и укластись амаль 5 хвилин выступления. Пераможцев чакая финал и шанс стать ведущим дитячей программы на телеканале «Беларусь 4». Что тычется кастингу у центральном районе Гомеля, то у поравнании с іншими он отрымался одним из наибольш видовищных и динамичных мероприемств. Мне кажется, это один из самых мощных отборочных этапов конкурсу «Юная телезорка». Каждый удельник – это яскравая индивидуальность и неверогодный талент. На углу гэты кастинг передапошний и зусім хутка у мая отбудется полуфинал конкурсу. Александр Гамоля, Алгин Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». И на этом наш ранний выпуск завершен. У студии працавала Наталья Ігнатенко. Усяго вам самого доброго и до новых встреч в эфире.